ботиночка. Ну, вот он как подошва, нормальный ботиночка, подмерзает. Рассказывай, как бы гуляет. Папочка, ну что ты пугаешь, дочь? Ну же дайте блин показывать. Это же что? Ну, папуся. Ну-ка, папа, расскажи какой-то стишок. Что рассказать? Стишок какой-то, ты знаешь? Стишок? Может, так все просто? Вот так вот. Никаких ты стихов не знаешь. Готовься. Надо дочь рассказывать стихи. Я знаю стих. Жили у бабуси два веселых друзей. Папа, это песня. Еще знаю стих. Жили у бабуси две веселых Люси. Люси? Папа, папа. Учи! Вариации на эту тему. Ладно, зато наш папа знает песенки. Много. Если постараться, поднапрячься. Песен, да. Главное слова вспомнить. Ладно, папа.